С 15 по 29 июня в городе Силламяя проходят спортивно-развлекательные лагеря. На этой неделе команда ЕСНТВ побывала на занятиях летнего лагеря баскетбольного клуба «Калев». Комментарий главного тренера Алексея Соболева о программе и деятельности спортивного лагеря. Ну, ребята в баскетбол занимаются, потому что баскетбольный лагерь. Да, у нас различные подвижные игры для младших. Мы не только баскетболом занимаемся, и народным мячом, и в лапту играем. Вот, также и другие есть развлечения, в кинотеатр. Вот на прошлой неделе в Уснарву на пляж ездили, загорали. Вот погода отличная стоит. На этой неделе еще в боулинг в Нарву съездим. Так что у ребят хватает развлечений здесь. И им интересно в лагере. Что за ребята и пример количества? Ребята, ну, наши баскетболисты, те, кто входит в секцию баскетбола, вот 11-12 лет. И у меня старшие еще есть ребята по 16 лет, ребята, 15-16 лет. Пока лето держится, надо наслаждаться погодой. Так что отличных каникул. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.